Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2. В прошлой серии мы с вами победили отшельника и перешли на территорию мясника. Так, у нас везде невозможно, что ли? Хе-хе, тихо. Такого не может быть. Да, друзья мои, везде невозможно. А знаешь почему? Потому что нам нужно с тобой покупать новые шмотки. Слушай, мы давай с тобой, наверное, пока сходим на дуэль без оружия. Заработаем маленечко денег. Так, в этом бою ты будешь сражаться без оружия. Ясно, сенсей. Мне не привыкать, а против нас ниндзя. По-моему, против нас только ниндзя и выступают. Ладно, давай попробуем его разобрать. Надеюсь, получится. Я почему-то без оружия, мне кажется, дерусь намного лучше, чем с оружием. Да иди ты, тихо, родной. Все? Ах ты жук. Так, не надо бросать свои там сюрикены или что ты там хочешь. Да отвали ты. Смотри, что творит, а. Воу. Хорош, парень. Смотри, сейчас. Ух, ё-моё. Ну куда ты? Он мне не дает, ребят, ничего сделать вообще. На тебе, бросочек. Попробуем. На, ага. Харе. Ох, сейчас бы подловил. Друзья мои, а где мое поглощение урона? Объясни-ка мне. Раньше оно срабатывало намного лучше. Сейчас почему-то не шиша. Так, подожди, не надо спешить. Ребят, лучше не спешить. Лучше аккуратненько и тихонько. Упс. Бросок. И остается добить. Да куда ты? Я почему-то не... А, все. Я хотел сказать, я почему-то не удивлен, что он меня сможет победить. Нет, ребят, слава богу, мы с вами здесь одолели его. У меня сейчас на дворе ночь, поэтому я не могу здесь кричать, орать во всю глотку. Пока и повода, честно говоря, нету. Все вроде бы нормуль идет, как и должно, как я обожаю. Все не торопясь. Хорош парень. На-ка, всыпали ему по полной программе. Хоба. На. Да чтоб тебя. Куда ты побежал, птичка? На. Ага. Я так и думал, что ты что-нибудь тебе такое придумаешь. Жулик только и может отбегать. На. Еще разок. Красиво. Хорош, дядя, успокойся. Ха-ха-ха. Хотел подсечку сделать, да получил пяткой прям в носяру. А я? Да хоро... Ой-ой-ой-ой-ой. Ребят, пропустил удар. Ну все. Блин. Вот неугомонный, а. Да какой бросок, блин. Все-таки подошел ко мне, а. Смотри, что творит, а. Ну-ка. Вот так, в ответку ему, ребят. В ответочку. И добивочный, все. Парень лежит под деревом и отдыхает. Ну, а мы с тобой получаем деньги. Итого у нас 4500. Но этого мало. Вообще ни на что не хватит, по-моему. Ладно, у нас есть еще вот испытание. Слушай, ну это с тремя противниками драться. Ё-моё, ну нет никакого желания туда идти. Погоди-ка, а если мы с тобой вот так сделаем? Так, это у нас понятно, это фарм. Здесь сложно, здесь безумно. Погоди-ка. А, ну это не интересно, ребят, здесь ничего не дают хорошего. Ну что, давай посмотрим в магазине, что я могу приобрести за 5000. Не забываешь, что ты выиграл. Понятно. Я знаю, что я не все... Воу. Стилеты. Ну, мне кажется, их брать не стоит. Или стоит? Друзья, стоит или нет? Если я их куплю, то я, наверное, смогу дальше как бы пройти, да? Уже будет там не... невозможно, а пускай будет безумно. Но я, скорее всего, хочу посмотреть броню. Блин, красивая. Но, дорогая, мне не по зубам. Вот такую я могу себе взять. Но тут-то у нас, понимаешь, с поглощением. А тут простая будет. Шлем на 13 уровень у нас. А, была не была. Покупаем, ребята. Покупаем с вами и броню. Как говорится, и шлем. Все, да? 700 у нас монет всего лишь осталось. Давайте теперь посмотрим, как здесь у нас по испытаниям. Вот. Уже сложно. Ну что, поехали на турнир. Будем зарабатывать здесь деньги.
И против нас гадалочка. Как говорится, к бабке не ходи, к гадалке загляни. Она тебя нашаманит, она тебя наколдует. Ну, по крайней мере, у меня нунчаки с наложением отравления. Так, будет сюрик версать, нет? Нет. Оп, я хотел удар сделать, и она меня опередила. Тихо! Блин, не успел присесть. Роднуля, хорош. Так, уже хорошо, ребята. Блин, ну все равно урона хотелось бы побольше наносить. Что это за... Блин. Бросок она сделала, а? Попробуем так сделать. Ай. Ну все, тетя, хорош. Блокируется. Ой-ой-ой, как она меня подлавливает, а? Да я ее так до посинения буду ее разбирать, если честно. Ну, все. Вот косорылый-то, а. Ну хорош уже, ты. Да она вообще борзела. Смотри, ничего не дает мне сделать. Так. Друзья мои, есть шанс. Все. Первый раунд за мной. Блин, какой он долгий этот раунд был. Мне вечностью он показался. Ой, сейчас она будет тут, наверное, мстить мне. Ну, конечно же, хорош, может, уже, а? Поехали. Так. А смотри, я ей наношу урон, а он почему-то не отображается. Ну, все, 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 тетя. Ага. Может, хватит уже, а? Балаболка. Вот так вот. Лежи и думай. Смотри, какая хитрая, а. На. Вот этот вот удар нижний меня просто убивает. И сюрик еще черепундель получил. И по ногам мне еще дали. Зашибись. Я же говорю, что она активируется, ребят. Опс, и добила. Твою ж налево, блин. Думал, сейчас ее ушоркаю. Ага, ушоркал. Фиг там. Поехали, ребят. Ага. Сюрик будет бросать? Нет? Слава богу, не стал ничего она делать. Да-да-да-да-да, хорош, теперь моя очередь. Да блин, подловил я все-таки. Стоим, 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 ребята, выжидаем, выжидаем момент. Вот он, момент истины был. Почему отравление не ложится, а? Вот объясни мне. Вот козлина-то, а? Блин, она может пробивать, а я почему-то нифига не могу. Вот, получилось что-то. Все, хватит выделываться. Я боюсь к ней подходить близко. Метнет же, ага. Ну вот почему так происходит, блин? Я не могу по ней попасть, она по мне попадает. Как такое может быть, ребят? Ну что за дела? Сюрик, блин. Отравление где мое? Ну скажи мне, где мое отравление, родные мои? Ну все, тетя, хорош. Вот. Опа. Хорош. Есть. Фу, друзья мои, этот бой, да, мне дался сложно, если честно. Но, тем не менее, я получаю деньги. И приумножаю. А, здесь нельзя приумножать? А почему? А где просмотр видосика, чтобы приумножить деньги, друзья? Что за дела, я не понял. Ладно, хорошо, у нас с вами безумно. Блин, а идти надо. Слушай, у нас есть деньги, может быть, нам взять с тобой стилеты все-таки. Ну, мне кажется, нунчаки все-таки круче. Погоди-ка секунду, а что у нас вот здесь такое, а? А, ну это понятно, а тут? А, мы еще здесь не добрались с тобой, что ли? 37 гемов у меня, это мало. Ничтожно мало. Блин, вот соблазняет меня на эти стилеты, а? Блин, ну какой толк от нунчаков, если они не вешают мне отравление? Может, возьмем стилетики, а? Стилеты мне не нравятся, но так уж и быть, куплю. Куплю и на заточку их поставлю. Можем зачаровать, кстати, у нас же хватает. Угу, хватает, конечно. Аж 300 раз. И с деньгами у нас с тобой очень туго, да? То есть я заточить больше ничего не смогу. Ну-ка,
Где у меня броня? Вот это вот, да, на 13 уровень я приобрел. Зачаровать. Так, не хватает немножечко буквально. Ну что же, давай посмотрим. Может сходить на безумное, ребят. Когда-то раньше я играл на невозможном. Ну а тут безумно, ну хоть. Ну этот чудик задира бесявый. В ближнем бою, конечно, он даст мне просраться, наверное. Опа. Вот. Вот именно об этом. Смотри, что творит, а. Сейчас будет. Нет, не стал. Да ёпрсеты, чтоб тебя разорвало на тысячу мелких кусочков, блин. На дворе ночь, не орать нельзя, а я... Выводит он меня просто из себя, понимаешь? Поехали. На. Ага, я его опередил. На тебе, прям в спину. Если я попадусь под его удар, ребят, это будет финиш. Именно под пробивной. Вот под этот. Поэтому нежелательно под него попадать. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай заколем его. Разминулись мы с ним маленечко. Ну, сейчас сдуемся, да? Ха, прям в воздух его подрезал. Четко, друзья мои, все четенько. На безумке играем. Ну, сейчас второй раунд активируется. Нет? Не стал активироваться? Да хорош, парень. Блин, смотри, какой жук, а. Выжидает момент, смотри. Я еще удивлен, что они сюрики здесь не бросают. Они же обычно... Нет, парнишка. Че, замешкался? Замешкался чуть-чуть, да? Потерял меня. Опа! Получил по щам я. Поехали. Отлично. Еще разок. Че-то он стал, по-моему, умнее. Или мне кажется. На-ка, бросочек тебе. Так. Ох, как он меня... Да что ж ты будешь делать-то, а? Иди ты. Молодец, парень. Давай еще так, в таком... Говорил же не попадать под этот удар. Ну все, блин. Хороший сказал. Хотел сюрик бросить, я видел, ребята. Но не успел. Есть. Прям в голову ему. И шлем его вонючий не помог. Друзья мои, отлично все. Где реклама? Я не могу понять, куда она делась. Как я буду зарабатывать, извините меня, без 50%? Набор пламени опустошения. Чё, уничтожители, шиповная броня, шипастый шлем, огненный шар, 200 гемов и все это за 349 рублей? Отключение рекламы? Блин, друзья мои. Надо брать. Не из-за того, что уничтожители, а шиповная броня и там шипастый шлем. Я даже не знаю, что это за броня. Отключение рекламы. Вот что. Она меня достала. А вот, вот она как выглядит броня. Слушай, я возьму, ребят, я куплю, с вашего позволения. Участвую в рейдах, будь лучшим среди своих друзей. Теперь и в онлайне. Так, ваш платеж отлично. Ребята, отлично, все прошло. Главное, что теперь, надеюсь, никакой рекламы не будет. А где... А что? А, вот это уничтожитель. Ой, так я его даже взять не могу, ребята, он... Подожди, или я его... Что-то я не могу понять. Надеть. Я его могу взять и с ним ходить? Вы серьезно? А почему-то брони нету. Шипастый. Или там такой шлем шипастый. А, шлем. Шлем, ребят. А, вот она, броня. Ядрить на корень. Так, а шлем можно мне посмотреть? Шлем. Я же вроде... Вот он. Он идет на восстановление магии при ударе. Ё-моё. А зачаровать можно его? Не хватает. Так, ну что, ребята. Для меня главное, чтобы не было рекламы. Она меня вот... Серьезно говорю, вот... Бесит. Один прошел игру, раунд, реклама. Прошел, реклама. Так, ну что, у нас, по крайней мере, все легко. Давай посмотрим с вами.
Это оружие, этого оружия у меня даже не было на сенсее, когда мы играли с вами историю сенсея. Я его не брал, этот тесак. Ну что, посмотрим? Ёпрасо, ты посмотри, какая фигня. Мы с тобой... А, офигли меня. Нифига он. Ёпрасо, ты... Ты посмотри... Чё? Что он с этим тесаком делает? Друзья мои, ну это трындец. Может быть, я смогу теперь победить этого? Ага, кого я тут смогу победить? На тебе! Слушай, откуда у меня... У меня же энергии же вроде не было. Ну, магии. А теперь появилась, видишь, строка магии. Тихо. Блин, не успел пригнуться. Слушай, ну однозначно нужно зачаровывать эти все шмотки. Хотя у них есть зачарование, да? Ведь? Опа, опа, опа. Понял? Не такое уж оно сильное и преимущество-то дает эта броня. Так что, ребята, как говорится, расстраиваться даже не стоит. Первые там 2-3 боя. А мне кажется, что дальше будут мне вот эти вот приложения по покупке. Почему-то мне так кажется. Ну что, мы идем с тобой на следующую стадию. И у нас карманник. Отлично. Со стилетами. Ну, с ним, я думаю, мы тоже разберемся довольно легко и просто. Я хотел... Вот, это нижний удар, ребята. Что ты делаешь ты? Верхний хочу посмотреть. Вот он как выглядит. Нижний и верхний. Хорош, дядя. Карманник тяжи... Опа. На. На. Ать, промахнулся таким козырным ударом. Офигеть. Слушай, я хочу сходить на этих титанов, посмотреть, как с ними будем драться. Ну, я имею в виду на рейд. Там, наверное, прикольно будет драться. Особенно, ну, вулкан, ладно, это первый там, с мегалитом. Ах ты, гаденыш-то. Ну, единственный недостаток этого оружия, ребята, ну, очень медленное, очень медленное. Ну, ты видишь, да, результат. Поэтому, как бы... То, что его на сенсея не брал, много не потерял. Ух! Повезло, ребята, мне. Нифига! Это, ребят, двойной удар. Ну, типа комбо. Когда он сейчас в прыжке делал. Смотри. Да иди ты, он даже не дает ничего сделать. Хорош, парень. Да, рубил его тут, конечно. Коленочка его подбил. Ну что ж, неплохо, по крайней мере, мне сейчас даст такой шанс накопить деньги. Деньги, да? И мы с тобой приобретем уже что-нибудь новенькое. Слушай, а я, отшельник там не хочет со мной поделиться своими этими саблями? Что для этого? Так, чтобы открыть этот бой, пройди 6 стадий турнира. А мы с тобой прошли только 5. Ну давай 6. Попробуем пройти задира. Вот я сейчас как раз на нем и отыграюсь. За все. За все, что он сделал, гаденыши такие. Ой-ой-ой-ой. Так, тихо. Блин. Да чтоб тебе, ты достал, а. Смотри, что творит, а. С удара половину хп отнял. Слушай, а что это вот такое вот моргает? Вот здесь вот видел красненький такой кружочек? Что это значит? Это, видимо... Может, ярость какая-то? Надо было почитать свойства брони и оружия. Я так понимаю, это сет. Да? Скорее всего, это сет. Шипастый шлем, шипастая броня. Да отвали ты от меня, гаденыш! И надо кнопку поставить на заклинание. У меня ее, ребята, здесь не стоит. Поэтому я и не пользуюсь ей. На, гаденыш. Опа. Тихо-тихо-тихо. Ох, как врезал-то, а. Я считаю, ребята, я заслужил это. Потому что, блин, в том раундах, помнишь, когда мы с тобой не победили отшельника, они бомбили меня магией. Сейчас наступил, так сказать, час расплаты. Неплохо, я получил 14 уровень так быстро. А почему так быстро-то? Так, сальто с ударом ногами. Окей, изучаем. Все.
Наконец-то ты можешь купить эту могущественную магию. Давай подожжем что-нибудь скорее. Ух, ё-моё, ребята. А сколько она стоит? А, это одета на мне. 25 тысяч, это энергетический шар. Блин, 25 тысяч, ребят. А, так у меня деньги еще есть, оказывается. Ё-просто. Ну, я их тратить не буду. Я думаю, просто пока это незачем делать. Перегрев. Каждый пропущенный удар может увеличить урон от вашей следующей атаки. Вот он что делает. Так, а что у нас с тобой? 53 тысячи. Кунай. Угу. Ладно, это пока нам не нужно. Ну что, друзья мои, давайте поедем дальше с вами. Так, а что у нас тут? Просмотр. Вот он, этот удар плешивый, которым они меня просто травили. Ну, так подожди, 6 же, я же прошел. А, нужно именно 6-й. Ладно, ребят, поехали. Поехали, сейчас будем бомбить. Кстати, я понял, ребят, почему мне рекламу. Мне теперь не нужно смотреть рекламу, мне дают бонус в полном объеме за деньги. То есть ты понял, да? Раньше мне надо было смотреть видос, чтобы получить деньги. А теперь мне не нужно, мне, ну, полноценно выплачивают ту сумму, которую я заработал, заслужил. Отлично. На. Так, попробуем. Эть, ушатал я его. Ну, меч имба, медленный, но имбовый на самом деле. Поэтому мы с вами, наверное, быстренько прошуршим далеко. Ну, по крайней мере, надеюсь, мы мясника-то завалим. Сегодня вряд ли, конечно. И завтра, наверное, вряд ли. Ну, в ближайшее... Блин, я же хотел кнопку поставить на заклинание. Забыл. Так, получил свое. Опс. На. Блин. У меня эти удары почему-то не получают. Иди ты. И сейчас, кстати, ты заметил, актуально стала показываться магия. А там почему-то она нифига не показывалась. Да хорош ты уже достал, а. Счастливчик тоже мне. Так, и надо будет, наверное, кнопочку, ребят, поставить на заклинание. Вот, видишь, в полном объеме сейчас получаем с вами деньги. А раньше было бы тут, например, 3000. И просмотреть рекламу, чтобы получить 6710. Все, вот как это работает. Да, ребятушки. И это, слава богу. Так, испытания разблокированы. Но прежде чем мы с тобой пойдем на испытание, я поставлю кнопку на заклинание. Это я зайду в додзе. Вот они кнопки, да, у меня удар. Так, сюрики вверх. Да, надо заклинание делать. Ну что, давай проверим. А, понятно, я не могу проверить, потому что она не накопилась. Ладно, ребята, тогда мы с вами идем дальше. И вот, телохранители. Во-первых, хочешь осмотреть достопримечательности? Я тебе такое покажу. У тебя дух захватит и никогда уже не отпустит. Ты помнишь, да, эту птичку? Потом за нее вступится носорог, по-моему, вот этот чудик. Скажет, типа, что ты трогаешь мою девчонку? Ну, ладно, давай посмотрим, птичка, на что ты способна. У меня же тесачок, как раз для твоего размера, ё-моё. Раунд 1. Ну, птичка, берегись, на тебе. Ох ты, птичка такая, смотри. Ой-ой-ой-ой, как же... Ребят, ну, конечно, это оружие, если попадает в голову, то просто трындец какой-то. Так, на тебе. На. Так, тихо. Будет что-нибудь делать, нет? Не хочешь, как хочешь. Так, придется наказать. Прям в воздухе. Разрубил ее пополам. Так, ну что, двигаемся дальше. Раунд 2 у нас. Так, а если я... Ага. Да хорош. Птичка. Да чтоб тебя. Воу-воу-воу-воу. Разошлась рна. Нифига я ударил. Смотри, какая же шустрая. На. Ну что, первого телохранителя мы с вами одолели. Вот, пошли уже нормальные суммы. 15 300. Это уже серьезные
Пожалуйста, не надо. Я просто связалась с плохой компанией. В этом нет моей вины. Отпустите, я больше не буду заманивать путников в ловушку. Как будто я тебе поверю. Ты обидел птичку? Ты заплачешь за то, что сделал с моей возлюбленной. Да, друзья мои, вот и носорог. Ну давай, парень. Я твою птичку не только обидел, я еще кое-что с ней сделал. Так что и тебе сейчас вырву твои рога, носорог ты чертов. А ну-ка, с кастетами, да? Тихо-тихо-тихо, это не кастет, это дискорный, по-моему, да? Упс. Опа-опа-опа, с ним лучше. Как ты опередил меня? Хорош, на. Он дублирует меня, гаденыш. Зеркальный какой-то бот. Все, на тебе. Это его вина, ребят. А когда ты меня так колбасили на невозможном. А, мы же хотели с тобой на мегалита сходить, да? Ладно, сходим чуть попозже. Все равно у нас с тобой рано или поздно закончится вот это вот супер-пупер везение. Ух, ё-моё. Посмотри, какой удар. Все. Ну, это имба, на самом деле. Во-первых, это оружие на 16 уровень. Я не понимаю, как я вообще его могу носить на своем 14-м. Не понимаю вот этого вот. Ну что, друзья мои, носорогу мы накумарили. Мясник считает, что любовь делает нас слабыми и бесполезными. Прошу, не говори ему о нас с птичкой. Победив отшельника, ты лишил меня дохода. Теперь каждый второй знает тайну магии. А мне нужна новая идея. Времени у меня достаточно. В порту меня ждет корабль. Счастливо оставаться. Проныра, я его помню. Так, дуэли снова доступны. Да ладно. Без блоков, поехали. Да-да-да, я понял. Понял тебя, сенсей, без блоков. Ну, надеюсь, оружие это мое будет. Если мое, то и все, этому ниндзи крышка, друзья. Пикнуть не успеет. Ой, ой, что мне дали? Копье. Это же копье имба, ребят, помните это копишко? Я же этим же копьем вроде бы мясника валил. По-моему, именно им, да, именно им. Я узнаю его по ударам специфическим. Так, тихо, ать. Поехали. А помнишь, как это нас бомбила оса? К ней хрен понайдешь. Она издалека своей этой алебардой нагинатой наклоняла нас. Ну-ка, теперь я то же самое делаю с этим ниндзей. И мясника, ты помнишь, как я колбасил? Мясник там со своими тесаками даже не успевал ничего пикнуть. На тебе, гаденыш. Так, отлично. Оп. Просто ему немножко скальпель снял. Вот и все. Так, друзья мои, мы с вами копим вот эти вот сферки. Это хорошо. Для зачарования нам они понадобятся. Так, ну что, давай, наверное, разочек с тобой сходим в подземочку. И попробуем. Ну, вулканы мы с тобой быстро разберем, наверное, да? Как ты думаешь? Давай проверим. Собираем рейд. Найдено игроков 24. Кстати, я могу, по-моему, клан открыть или нет. Там, подожди, какой выпить-то, ё-моё. В бой выпить. Знаю я ваши эти чаепития. Так, вулкан, давай посмотрим, насколько. Ой. Ой-о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 й. Насколько, да не насколько. Да, ребята. Я с нунчаками наносил больше урона, чем сейчас. Ой. Да, он сейчас меня расколбасит, ребят. На, на. Да хорош, отвяжись ты от меня, а. Вот так вот, поваляйся. Ой, промахнулся. Еще бросок сделал. Таймзап, сколько же я ему урона нанес? Можно посмотреть, а? 173, но это мало. Это мало, на самом деле. Так, сколько, 27 секунд ждать? У-у-у. Соси песос. А давай глянем, кто он такой. Что у него? Ох ты, с топориками все дела.
Ну, он в 100 раз круче меня. Так, а вот этот... Так, мы что, с ним вдвоем, что ли? Понятно. Все эти вышли, по ходу дела, или еще не успели заработать, я не знаю, ребят. Получается, мы вдвоем с песосом будем бомбить этого вулкана. А, нет. Этот Кин там что-то сделал. 89 урона нанес. Так, слушай. Да ну, ребят, ну... Ну что это? Что это за дела? Вообще, я ему даже урона не нанес, прикинь. Меня раз... 10. Это смешно, да. Против этого, конечно, вулкана... Вот этот меч... Это фигня полная. Я с нунчаками, вот которые у меня были, наносил ему в раза 3 больше. То есть 200 урона нанести ему было не проблема. С этим же мечом пока замахнешься. Вулкан слишком шустрый. Слишком шустрый. По-моему, этот соси-песос сейчас будет лидером здесь, судя по всему. А с таким дамагом, который я ему наношу, это полная фигня. Так, я хотел, пока у нас там идут отсчет. Что вот это такое? Вот, я хотел глянуть. Похищение здоровья. Вот что это, друзья. Вот что это. Похищение здоровья. Вот почему я себе восстанавливал. Прикинь такую штуку. Ох, нифига, у меня уже 136 тысяч. Крутенько. Хорошо, идем, ребят. 10 секунд остается. Сейчас попробуем бомбануть. Ну, соси-песос долго там что-то дринкает с ним. Смотри-ка. Ну, мы вряд ли уложимся за 2 минуты. Мы его не завалим, скорее всего. Если я еще вот так вот буду фейлиться, то... Ну, что ты делаешь, Рэй? Ну, ё-моё! Как мне этот тесак твой... Не, ну, если он попадает, да, конечно, урон нормуль такой получается. На! Вот. Так-то... Блин! Опа, бросочек. На тебе. Слушай, вот сейчас мне просто повезло, ребят. Хорош ты уже. Да ты вали ты. Ага, попался. Таймзап. И сколько? Сколько я нанес урона сейчас? Вот, 212. Это уже прилично. Так, я получил 1250 кубков и 2 сферы. Ну, я надеюсь, ни для кого не секрет, что такое сферы. А, я, видимо, какое-то достижение сделал, да? 50 секунд. Не, ребята, команда, ну ты видишь, тут комет вообще не играет, по ходу дела. А, и соси-песос тоже, по ходу дела, вылетел. Да, обидно, жалко, конечно. Ключик просто так мы с вами профукали. Но можно сходить на мегалита. Посмотреть на него. И с этой, кстати, я с болотником дрался. Довольно прикольный чувак. Тихо, тихо, тихо. Оп, оп, оп. Оу. Тытыч. Вот мне нравится похищение жизни. Причем довольно такое серьезное похищение. Ах ты, гаденыш, посмотри, что делать. Да хорош. Блин, ну, видел, что он делает? Он перепрыгивает, все, все, ребята, знает. Наверняка, что я должен был и как я это сделаю. Поражение рейда, да, понятно, это только лишь из-за команды. Ну, давай посмотрим на мегалите, что у нас получится. Ну, этот мегалит, конечно, мощный чувак, тут не поспоришь. Можно, конечно, попробовать поприменять сферы, которые у нас с тобой есть. У меня их 6 штук в данный момент. Ну-ка посмотрим. Мегалит тоже шустрый. А, вот этот вот ударованный, противный, кастетами. Это, конечно, да. Ну-ка. Да, ё-моё, вырубает моментально. Ох, хорошо, как было сейчас. Сейчас свою эту пустит, да? Нет? Он же любитель запускать эту... Как она называется-то? Ах, сбил! Вот, 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 вот. Вот именно вот эту штуку я и хотел сказать.
Ой, по-моему, сейчас Сюрика мне зазвездят, нет? Таймзап. Сколько я ему нанес урона? Покажите, пожалуйста. Суммарки. 127. Да это ничтожество. Это ничтожество. 127. Ну это вообще ни о чем, ребят. Похищение жизни 40%. Ну, 40% шанс похитить здоровье. Это, конечно, круто. Вообще упал ниже принципа. Нифига. 308. Давай посмотрим. Зок. Как ты хоть одет, Зок? Сабли. И это сабли, если я не ошибаюсь, Вулкана, да? Вулкан именно с такими саблями ходит. Ну, дерется. То есть я вообще... Только Василий ниже меня. Я где-то там в трущобах. Ну, если применять, конечно же, сферы, можно выбиться, ну, не в топчик, может быть, где-то на второе место. Давай попробуем с тобой, наверное, применить пару разиков. Но надо его, естественно, держать, ребят, подаль. Вот, например, сейчас. На тебе. Опа. Подрезал. Ну, конечно же. На. Ать. Ну все, дядя, успокойся. Блин, ну. Не успевай среагировать, ребят. Да что ты юлишь-то, как этот, как жук навозный. На. Поехали. Как поехали, так и приехали. Таймзап. Ну сейчас урона, конечно, я ему нанес там за 200, наверное, где-то. Да, 227. Но, опять же, чистого урона мало нанес, в основном только за счет сфер. И видишь, да, 354 урона в совокупности. Зок все равно на первом месте. То есть, если даже постараться как-то, я не знаю, это еще если две сферы бомбануть. Слушай, а какие тут нужны? Так, получить задание сейчас. Попади во врага магии 30 раз за один сезон. Ну, это легко, 30 раз. Попади во врага метательным оружием 10 раз за один рейд. А можно обменять? Попади в 40 раз... А, ну за сезон. Ну за сезон еще ладно, это можно еще. Так, ребят, время подходит у нас. Погнали в бой. Погнали в бой. Вот гаденыш. Сразу же. Как он меня пробил, ребят, ну. На. Юлит тут, прыгает, скочит. Ох, как сейчас ему хорошо поддосталось. Ой, нет. Трындец. Если я не ошибаюсь, против этой магии нельзя ничего сделать, да? Не перепрыгнуть, не уклониться, ничего. Ну, в данный момент я на втором месте. Опять же, повторю, ребят, не без использования сфер. Ну, я его, если честно, еще ни разу не бомбил. То есть вот в рейдах, в которых я был, мы его не бомбили. Я уже молчу про болотного. Болотный... А, сейчас же нельзя посмотреть, да? Там этот, который на болоте. Я так понимаю, он там газом травит. Ох, ничего себе чувак выбился. Но 100% за счет... Да, 100% за счет сфер. Я больше чем уверен, что вот этот чувак... Ой! Меня уже и Василий этот переплюнул. Тоже, наверное, за счет сфер. Ну, слушай, ну 5 минут еще в запасе есть. Уже половина здоровья у мегалита нету. Слушай, есть шанс завалить его. Ну, мне кажется, мы получим здесь ключи. Ну, может быть, немножко кубков. Может быть. Давай еще разочек с тобой сейчас подеремся. Офигеть, как я низко пал. Ну все, 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 давай. Поехали. Да чтоб тебя, блин, ну как так-то? Туповатый меч, конечно. Ох, успокойся ты. Смотри, что творит, а. Не могу ничего сделать, ребят. Все, ушатал. Трындец. Я ему урона-то не нанес. По-моему, один раз локтем ему звезданул. Да, вот, 27.
Нубас, чувствую себя каким-то нубасом просто-напросто. Меня сейчас AQDL даже переплюнет, наверное. Хотя он, по-моему, вышел из игры. Вон, Василий бьет. FKGKFD. Трындец. Да ладно, фиг с ним, что это. Главное, вообще завалить его. Просто для галочки хочется. Что я участвовал в рейде, и мы завалили Мегалита. Потому что вулкана мы бомбили. Я вулкана даже и добивал сам лично. А вот тут вот нифигашечки. Что у нас тут за это? Акция какая-то. 53 минуты. Ограниченное предложение. 1200. Прикинь, 1200 гемов приобрести. И все, и ты царь игры. Да шучу я, конечно, как там царь игры. Буквально пару шмоток взял, и все, ребята. Ты видел, там мечи стоят по 200, по 600 гемов. Ладно. Блин, медленно, с этими уродами нужно оружие. Блин. Да хорош ты уже, а. Не дает он ничего сделать. Вообще ничего не дает сделать мне. Че бы я ни сделал, какой бы я удар. Ну смотри, а. И добил. Офигеть, вот тебе и трындец. С нунчаками как-то намного шустрее. Во-первых, когда он там елозит. Ну да, я буду по ходу дела на четвертом месте. Когда он елозит, он там же в основном вплотную, да? Он подходит к тебе, чтобы ударить. И ты нунчаки вот эту вот комбинацию делаешь пробивную. И вообще великолепно она проходит. Вот, а здесь... Этим мечом, да, урон наносит серьезный, но замах и вот этот вот сам тайминг у него, это трындец какой-то. То есть для шустрых таких боссов я считаю, что эта сабля не подходит. Я бы даже назвал ее Дадао, наверное, скорее всего, не сабля. Ну что, смотри, 2 минуты 40 секунд, здоровье 730, я думаю, что ребята должны завалить. Я, естественно, ничего не получу, может, утешительный приз... Ключик там задрипанный дадут мне, и все. Ну, мне главное для галочки, ребята. И, как вывод, меч этот против мегалитов фло. Или я просто не умею им, ребят, общаться. Ну, вроде хочешь замах сделать, а он уже тут как тут. У него вот эта вот комбинация с его кастетами. Это, конечно, что-то с чем-то. Мне просто хочется хотя бы, ну, немножко побольше урона нанести. Хоть помочь ребятулькам. А то по статистике как нубас полный. Ну видишь, видишь, вот, вот как вот. Как вот тут быть? Все-то он сам. И броски, и все, 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 все у него, все у него на мази. Хоп, подлавливает, естественно. Видишь? И этим топором пока ты замахнешься, а? Но я задел его все-таки магией, да? У него намного шустрее. Ой! Тихо, тихо. А что это он упал? А, его добили. Что он упал? Зашибись, я 86 урона нанес в конце. Ну что, ребят, для галочки можно себе поставить. А, добивание. Добивание, мне дали добивать его. Вряд ли я его добью. Добить. Нет, какое там добивание, ребят. Нет, ну в принципе, знаешь, как это можно сделать? Вот так вот. И еще разок так же. Вот и все, вот тебе и все добивание, ребят. Одна сфера у меня осталась. 1360 кубков я получил. Ну и одну сферу плюс ключ. Вот и вся награда. Да, ребят. Ладно, а мы с вами пойдем-ка лучше дальше. Как выйти-то? А, нам же нужно подняться выше. Так, рысь. А старик-то не хочет... Нет, ребят, не хочет, до сих пор не хочет. Я не знаю, будет ли он вообще соглашаться на эти. Так, ну что, пойдем на телохранителя. Бык. Мясник, наша путеводная звезда во мраке. Он вырастил меня, научил всему, что знает сам. Я обязан ему всем. Твой мясник — убийца кровожадный. И таких, как ты, бычар, я ломал
В задворках, елки-палки. Опять же тебе скажу, что он с этими палками, а я с этим мечом. Вот именно. Вот тебе и показательный результат. Да не могу я попасть, ребят. Я уже не рад. Не рад этому оружию, если честно. Меня, наверное, спасает только броня в данный момент, что я не получаю столько урона. И вот и все. Ты можешь просто хоть что-нибудь сделать, а? Ой. Вот просто он может бомбануть. Так, заклинаха. Смотри, что он делает. Во-во-во-во. У него на все есть ответ мне. Абсолютно на все, ребят. Мне ногами его, наверное, проще будет запинать. Чего? Чего? Это что сейчас было? Я не понял. Ты! Че это так? Ребята, что за фигня? Такого же не было вроде бы. Что это за урон такой? Охрененный просто. А, все, врубился я. Ребят, я просто похищал у него здоровье. На! Нет, его просто надо бомбить. Просто вот таким вот ударом, и все, ребят. Ага. Увидел? Видел? Он присел тут. Нормальный человек разве мог бы так среагировать? Да нет. Конечно, ага. Поехали. Вот так вот. Есть. 1-1. Но не забывай, второй раунд это... Это жестко. Он активируется. Как это? Откуда я должен... Ёп, просто сейчас ушатает. Вот и все, ребят. Вот и ушатал меня. Так что нету никакого преимущества в этой броне. И это на уровне сложно. А если я возьму... Хотел сказать, а если я возьму нунчаки свои старенькие, они мне не помогут. Пойдем лучше в магазин. Ух ты. А вас... Во. Яри, помнишь это копишко? Яри, помнишь? А, я даже его купить не могу, прикинь? Я не могу это приобрести. Хм... Печалька, это мне нужно, значит, получить уровень, ребят. Ну, а уровень где у нас зарабатывается? Только на турнире. Ты хочешь идти в бой с этим оружием? В плане. Что-то посерьезнее? Тебе стоит поменять это оружие на что-нибудь новенькое, покажи. А, так... Я его просто снял. Ну, ладно, пошли на турнир с тобой. Тут пока легко. Чертовка, да? Пока уровень сложности изи. Ну опять же, блин, ну пока размашется, пока ударит. Ну что это, ну. Ну давай еще разок саданем. Мне не нравится, ребята. Тесак этот мне не нравится. Че бы ни говорили, вначале вроде бы неплохо. Если на расстоянии держать врага, да. Он хорош, на расстоянии. Но с более шустрыми бойцами это. Фигня какая-то получается. Видишь, шустрый. Ё-моё. Подлавливает. Все как надо. Все, вот магия, да. Магия, я не спорю, ребята. Жарит здесь не по-детски. Ну что там, уровень-то получим мы с тобой или нет? Нет, еще пока нам нужно с тобой еще немножечко подраться. Так, а это у нас кнут. Ну, кнута мы все помним. По сенсею. О, у него еще и посох. Ё-моё, куда мне тут с этим сахатом драться? Слушай, я что-то давно сюрики не метал. О, все, парень. Сейчас, по-моему, он глюкнет там. Ладно, хорош. Сюрикенами не интересно одними драться здесь. Лучше получить лещей. Вот таких вот.
Ну и тесак, а. Это нужно за километр, наверное, активироваться. Вот как-то вот так вот. Ну все, 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 хорош кнут. Да, это нужно с дальнего конца экрана делать на удар, чтобы он его смог, как говорится, настигнуть. Вот так вот где-то. Видел размах какой? Упс. А вблизи это бесполезняк. Тут просто ему не повезло. Просто не повезло, ребят. Так, ладно, все, хорош парень. Заклинаху. Ну, в воздухе можно еще подлавливать противника. Опять же, если тебе повезет. Так, ну что, ты мне сенсей дашь уровень? Вот не хочет давать и все. Еще, говорит, пройди одну стадию и будет у тебя счастье. И опять гадалка. Ладно, нам не привыкать с гадалками с этими бомбить. Поехали. Поехали, блин. Как поехали, так и приехали, вот и все. Ну все, тетя. Блин, зараза, а. Вот так вот, я говорю, издалека. Только лишь. Так они же опять, если стоят чуть дальше тебя, они начинают обычно что? Бросать сюрикены. Это их не как... Все. А вот этот вот удар, который идет назад удар, это вообще ни о чем, ребят. То есть ты его как бы делаешь, но он не попадает по цели. Потому что цель почему-то в этот момент рядом с тобой находится, и ты просто проходишь мимо. Ну ты видишь, что происходит, да? Все, ушатали. Хотел заклинание сейчас, честно говоря, сделать, но мы так подбили ее. Ну теперь точно уровень должен получить я. Неплохо, ты получил новый уровень, 15-й. Так, что нам тут изучить? Контузию? Давай контузию, наверное, изучим с тобой. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы пока с вами закончим. О, телохранители уже нормально. Но вначале глянем просто, что тут за... О, вот они, тесаки эти. Но тесаки все равно уступают пока нашему уничтожителю. Вот Яри. Чтобы нам завалить с тобой мясника, нам надо будет приобрести с тобой Яри. Купить. Мне кажется, это будет имбово. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.